Горожане могут принять участие в конкурсе «Уральский книгоход». Работы принимаются в нескольких номинациях – художественная проза, поэзия, детская проза и поэзия и многих других. Заявку на участие можно отправить до 16 сентября 2022 года. Более подробная информация на сайте. Уралец отсудил у банка 250 тысяч рублей за рекламный звонок. Мужчина обратился в антимонопольный комитет, сообщив, что согласие на получение рекламы не давал. Банк нарушение признал и оплатил штраф. Прием граждан проведут сотрудники прокуратуры и администрации Первоуральска. Встреча пройдет 1 апреля с 14 до 16 часов в Белимбаевском сельском территориальном управлении по адресу Площадь Свободы, дом 2. Предварительная запись не требуется. Добровольцы начали готовиться к ликвидации лесных пожаров. Курсы по обучению добровольных пожарных дружин проводят специалисты Уральской базы авиационной охраны лесов. После прохождения теоретической части волонтеры под руководством инструкторов отработают полученные знания на практике.